Доброе утро, Полтава! С вами я, Александр Демидович. Сейчас на часах 10:26, понедельник. Я что хотел вам показать? Идет активная борьба с сосульками. То есть я был на совещании, видел, МЧСовцы подключаются, городские власти, городские службы то же самое. Ведут борьбу с этим страшным явлением. Мы знаем, что бывали и смертельные случаи в прошлом году. Все силы сейчас приложены вот на вот такое решение проблемы.